Чтобы помнили, в Чебоксарах открылась фотовыставка, посвященная депутату Госсовета Чувашии 3-го и 5-го созывов Игорю Кушеву. Известный общественно-политический деятель ушел из жизни прошлым летом, а сегодня ему бы исполнилось 52 года. Рыбак, спортсмен, строитель. Видеть Игоря Анатольевича таким могли лишь немногие. Для большинства он политик и государственный деятель. Около 40 фотографий разных и непохожих друг на друга. Вот здесь он с сыновьями вспахивает огород, а рядом уже решает государственные дела. Наш близкий друг, товарищ, государственный деятель, в прошлом хозяйственный руководитель, известный предприниматель. И где бы он ни работал, он всегда показывал себя достойным образом. Всегда, везде оставался таким простым, добродушным, веселым, активным. За свою недолгую жизнь Игорь Кушев добился многого. Внес заметный вклад в развитие предпринимательства, работал на ведущих предприятиях, активно занимался законотворческой деятельностью, получил награду за заслуги перед Чувашской республикой. При всей своей занятости он всегда находил время и возможность помогать тем, кому это необходимо. Детям, попавшим в трудную ситуацию, малообеспеченным, энтузиастам, затевающим новые проекты. Он жил быстро. Он жил честно и он жил праведно. Он очень любил свою семью, он очень любил своих сыновей. И он очень любил народ, он любил свою работу. Он до последнего шел на нее. Игорь – это человек, который вот он был, есть и будет. То есть о нем нельзя говорить в прошедшем времени. То есть вот эти эмоции, что вот-вот он сейчас войдет. Почтить память государственного деятеля пришли коллеги-депутаты, друзья и близкие. Все, для кого Игорь Анатольевич навсегда останется таким. С искренней улыбкой и сияющими глазами.